Управлением следственного комитета по Гродненской области протягиваются проверки фактов травмирования детей. Как означают специалисты, проблема обеспечения безопасности неполногодовых у летний период у регионе стоит особливо остро. Одним из опошних эпизодов стал перелом кисти руки 10-годовой девчинкой. Маленькую Гродненку во установу аховы здоровья города Волковыска для оказания допомоги доставили за оздоровленчего лагеря Берестовицкого района. Как установили следчие органы, на стадионе летника девчинка разгойдывалась на футбольных воротах, не утримала равновагу и упала, что стало причиной перелому. По информации следчего комитета, у опошние тыдни имели место и иншие факты травмирования детей, покинутых без належного нагляду. По этим и инших эпизодах протягиваются проверки.